На небольшом понтоне у набережной Кронверкского пролива стоит серая под красной крышей деревянная надстройка. Это плавучая пожарная часть. А на соседнем причале остановка Тёма, общественного водного транспорта. Давайте смотрим эту рыбу по воде первый раз. Пока первые корабль. Четыре линии открылись в 2011 году, и сеть маршрутов постепенно расширяется. Ну что, скоростные пассажирские катера ходят с интервалом 15-20 минут. И в условиях городских пробок весьма удобно для тех, кому надо попасть с одного городского острова на другой. Тёма, к сожалению, на данный момент водный транспорт не скоординирован с наземным. И причалы расположены довольно далеко от метро или остановок автобусов. Тём, тебе нравится? Мост над Кронверкским проливом кажется старинным. Но на самом деле он сооружен в 1938 году. Прежде на этом месте была деревянная переправа, но со временем она обветшала, и ее решили разобрать. Нынешний мост несколько раз проходил капитальную реконструкцию.